Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 156А. На окружности отметили 6 точек, рисунок 15. Сколько получится отрезков, если соединить каждую точку с каждой? Из каждой точки выходит 5 отрезков, но половина из них будет повторяться. Что это значит? Из точки А будет выходить отрезок до точки Б. До точки F. Из точки А будет выходить отрезок до точки E. Точно так же до точки D. До точки C. И до точки B. 5 отрезков. Но в свою очередь из точки F будет выходить тоже 5 отрезков. И один из них отрезок до А. Тот, который мы уже начертили. Точно так же из точки Е будет выходить 5 отрезков, но один из них уже отрезок до А, который мы уже начертили. Точно так же из точки Д, из точки С, из точки Б. Аналогично, из точки Б можно провести 5 отрезков, но половина этих отрезков уже будет начерчена из других точек. То есть всего будет 6 точек, из каждой выходит по 5 отрезков, но половина из них повторяется, значит, это количество надо разделить на 2. Это будет 15 отрезков получится, если соединить каждую точку с каждой. Разберем задачу Б. Встретились 6 друзей. Рисунок 16. Каждый пожал руку каждому. Сколько было рукопожатий? Задача аналогичная задаче А. Другими словами, если сейчас этих 6 друзей поставить в круг и от каждого провести отрезок, каждый пожал руку каждому, то, соответственно, будет 6 умножить на 5 рукопожатий. Но половина из этих рукопожатий будет одинаковой. То есть Алёша пожал руку Диме, но Дима, в свою очередь, тоже пожал руку Алёше. Саша пожал руку Алёше, но Алёша, в свою очередь, тоже пожал руку Саше. То есть всего аналогично, как и в случае А, рукопожатий будет. Каждый из мальчиков, 6 мальчиков, пожал 5 руку, но половина будет одинаковый, значит, нам это количество надо разделить на 2. То есть всего будет 15 рукопожатий. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.